Всем привет. Ремонте 5S. По описаниям подходит все. То есть, как я ранее выкладывал, что модем здесь не катанный, трос не катанный. В общем, все как должно и быть. Но он не активируется. Вот серийный номер. Сейчас я продемонстрирую. Так, подключаемся. Этот телефон мы, скорее всего, процентов 99, что запустим. Видите, пишет сбой активации. Так, сам процесс я не буду записывать. Вот, я сейчас чуть-чуть скрою, покажу, что тут стоит. Процесс я записывать не буду. Я уже конечный итог покажу. С этими же серийными номерами. Вот. Вот здесь вот под модемом компаунд на месте. Нетронутый. Проц некатанный, смотрел уже. Перекатанный нант. Скорее всего, я его еще до туда не добирался, но все остальное здесь подходит всем описаниям. Так, сейчас покажу приблизительно плюс-минус. А завтра я уже думаю займусь по ремонту, но для вас это будет одним роликом. Так, вот она, наклеечка есть красненькая какая-то, ну, в общем, паянная она. Внешне вот эта крышечка, она не похожа, что она вообще снималась. Так, а что здесь у нас? Сейчас, секундочку, давайте посмотрим там, где email у нас записанный. То же самое, смотрите, все красиво. Ничего тут не паялось. Под компаундом. Но крышечка, скорее всего, снималась. Китайские наклеечки везде. Все, вот этот телефончик мы будем заказывать GX-отчет и пробовать активировать. Конкретно этот 5S, я думаю, мы поднимем. Так, все, ждем результат. Итак, возвращаемся. Телефончик я уже прошил, запрограммировал. В общем, на нем только перекатанный был нант. Вот, смотрите, серийный номер тот же самый. Пробуем активировать. Ну вот, как видите, не все 5S потеряны. Touch ID работает. Пропустим этот момент. Не использовать. Пароль не добавляем. Не использовать. Настроить как новый. Пропустить. Не использовать. Все, пожалуйста, телефончик работает. 5S был со сбоем активации на 11 iOS. И покажу еще раз вам серийные номера об устройстве. Вот такие вот серийные номера. MAC-адреса я прошил. Кому интересно будет, как это все происходило, я к видео там в конце добавлю сам процесс. И сейчас покажу компьютера, правда, не буду я перемонтировать видео. Вот так вот. Из GSX отчета, вот он этот email, вот он серийный номер, Wi-Fi, Bluetooth. Сейчас не видно, да? Вот так вот. Читаем email и адрес Bluetooth, который нам пришел. Еще раз. 5А заканчивается и 5Б. В общем, не ленитесь. Если у вас сбой активации, все-таки дойдите до любого сервиса
и посмотреть, снимался ли модем. Модем не снимался, соответственно, все будет работать. То есть можно будет активировать. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи.